На улице стало по-осеннему холодно, а значит, самое время с особенной бережностью отнестись к своему организму. Зал библиотеки семейного чтения в доме номер 3 на Советской вновь собрал людей старшего возраста, по-настоящему заботившихся о своем здоровье. В этот раз обсудили тему заболевания почек и мочевого пузыря. Опытные врачи рассказали слушателям, какие звоночки сигнализируют о том, что пора обратиться к специалистам. Про необходимые анализы в пожилом возрасте, а также напомнили про важность соблюдения питьевого режима и, конечно же, сбалансированного питания. Это овощи, фрукты или отруби. Школа здоровья, работающая на базе Щелковской больницы, более 5 лет организует для населения занятия, ориентируясь на запросы жителей. Популярность этих профилактических мероприятий постоянно растет, а значит, пора расширять горизонты. Мы рады, что количество людей на наших школах возрастает. Мы открыли недавно еще школу на Чкаловской в Совете ветеранов. Так что у нас еще дополнительная точка появилась. Вот. Всех приглашаем на наши занятия. Занятия школы здоровья проходят каждый 3-й четверг месяца. Расписание публикуется на сайте Щелковской больницы. Берегите здоровье. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.